Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки под клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем обман зрения. Нам понадобится черный фломастер и линейка. Вот отсюда начинаем. Откладываем 7 клеточек наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 14 клеточек бок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Соединяем. Или, ребят, смотрите, тут 14 клеточек по диагонали. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кому как удобно считать. Две клеточки вниз. Две клеточки по диагонали. Вот тут две клеточки по диагонали. И соединяем. Две наверх. Вот тут две клеточки по диагонали. Соединяем. 14 клеточек получается. Две клеточки вниз. И вот тут соединяем. Тоже 14 клеточек по диагонали. Ну или около 8 сантиметров по линейке. Теперь мы отступаем две клеточки, рисуем две клеточки вниз, две клеточки по диагонали, вот тут две клеточки по диагонали, две клеточки наверх, вот отсюда откладываем 4 клеточки, 1, 2, 3, 4, и вот тут соединяем 14 клеточек. По диагонали. Две клеточки по диагонали. Тут соединяем. Две клеточки отступаем, две клеточки вниз. Две по диагонали, вот тут две по диагонали, тут две клеточки вниз, соединяем. Тут две клеточки вниз, вот отсюда откладываем 4 клеточки, 1, 2, 3, 4, соединяем. Две клеточки по диагонали. Две клеточки вниз. Тут две клеточки отступаем. Две клеточки вниз. Две клеточки по диагонали. Тут тоже две клеточки по диагонали. И соединяем тут. Тут. И вот тут две клеточки наверх. Ребята, вот такой рисунок обман зрения у нас получился. Кому понравилось видео, подписываемся на канал. Нажимаем колокольчик. Пишем комментарии. Все, пока. Пока-пока.